Ну что, тогда перейдем к беседе. Давайте. С удовольствием побеседую с вами, тем более, что ваши размышления идут в параллель с размышлениями другого замечательного человека, который бывает у меня на канале, политического философа Павла Щелина. Он, как и вы, много и подробно и компетентно критикует и модерн. Вы говорили много раз, что мы сейчас в постмодерне. Вы знаете, здесь я с вами со всем уважением не соглашусь, потому что, мне кажется, из модерна мы еще не вполне даже и Вы выкарабкались. говорите, мы в России, да? Мы в России, да. Да, ну, может быть, интересный аспект, да. Ну, Ну и критик... я бы сказал оба, то есть пронизывают Россию и модерн, и постмодерн. Ну, конечно, постмодерна в России гораздо меньше, чем на Западе. С этим я согласен. Значит, вопросы я буду формулировать в его духе. Они так по сути, вернее, по форме могут показаться острыми, но, надеюсь, примите их с пониманием. С Значит, удовольствием. первый вопрос звучит так. А зачем нам становиться миллиардной цивилизацией? Чтобы что? Значит, эти вопросы я зачем и чтобы что задаю в контексте политической философии и политической же теологии. То есть какие высшие смыслы будут в основе этой, ну, по сути, новой цивилизации? Вы рисуете проект новой цивилизации. И как там будут реализованы вот эти вот запросы, которые в менталитете нашего народа, на справедливость, например, какая этика, какая эстетика должна быть у государства? Ну вот, в двух случаях. Великолепно. Ну, вы меня поймали. Придется теперь признаться, что цель, указанная здесь, это фастфуд-версия настоящей цели. Сейчас мне придется говорить о ней. Существует очень пронзительная интерпретация Платона через Дюмезиля у Александра Дугина. Если Платон в описании идеального государства, Платона Полиса, в центре ставит сакральное, святое, жрец, царь, это центр Платона Полиса. Вокруг ставит воинов, касту воинов, охраняющих сакральное. И в третьем круге кладет трудящихся, кормящих воинов и сакральное, и защищаемых воинами и сакральным, да? Мы сейчас с вами в известной степени, ну, все люди современности, живем в анти-Платонополисе, потому что в центре наших с вами государств долларовый или рублевый знак. Он нанимает воинов или силовиков для того, чтобы они стригли овец, да, трудящихся. У Жоржа Дюмезиля, великого мыслителя 20 века и культуролога, есть своя интерпретация этой платоновской триады через так называемую трехкастовую систему индоевропейских народов. Он говорит, что Трехкастовый, по классике трехкастовый, четыре да, касты. у него три, да, то есть есть в триаде, вот в этой самой индоевропейской, по Дюмезилю, есть в любом индоевропейском народе. Кстати, мы тоже дети Яфета, как и вы, но мы не индоевропейцы. У Яфета есть две ветви: могучая индоевропейская и кавказская, или картвел, иберокавказская. Да? Вот у индоевропейцев в трехкастовой системе по Дюмезилю у каждой касты свои боги. Да? То есть, если посмотрим на богов сакрального, центрального, это боги справедливости, неважно, это Зевс или кто, да? У касты воинов свои боги, Марс, Арес, Один. Тор и так далее, Велес, да. Не, Велес у древних славян, часть центрального. Это боги справедливости, боги войны, да? И дальше идут боги плодородия, да? Или
плода от труда, грубо говоря, у индоевропейцев, да, в третьей касте. Так вот, Александр Гелевич, с кем я имею честь и радость дружить и общаться, говорит о том, что ну, там у него это находит отклик, как в его металлогии по Ноумахи, потому что в отличие от ницшеанского двухлогосного подхода между Аполлоном и Дионисием, он находит третий логос Кибелы и делает всемирно-цивилизационный анализ через три логоса. Да? Но здесь очень важна интерпретация Дугина о том, что по Платону и по Дюмезилю получается, что у политики как таковой может быть три предмета. Начнем с нижнего уровня. То, что у Платона в государстве называется городом свиней, да, свинополис. Да. Значит, у свинополиса объектом политики является накормить нас, как свиней, как можно вкуснее. И это первый самый примитивный уровень политики. Да? Второй, более возвышенный уровень политики – это слава. Объект политики кшатриев, скажем так, да? Эрго по-древнегречески. Пожалуйста, пожалуйста, жизнь к славе с ее кодексом чести, если ты его нарушаешь, переходишь в хюбрис, и тебе это непростительно и так далее, да? И самый верхний уровень политики, еще раз, это дугиновская интерпретация Платона через Дюмезиля, да? Третий, самый верхний объект политики – это благо, определяемое у Сократа как, скажем так, когда все на своем месте. То, что когда все занимаются своим делом. Что такое благо по Сократу, да? Когда все на своем месте. То, что дальше ученик Платона Аристотель развивает как стремление к цели, да, телосу, и изобретает слово «интеллехия», откуда у нас с вами интеллект, интеллигенция и так далее. То есть стремление каждого создания, каждой твари, не только человека, но и даже камня, к своему единственно правильному предназначению, единственно идеальному месту в космосе. И есть «интеллехия», и Аристотель определяет трагедию материи, мира, брошенного в материю, в этом, что мы, каждый стремясь к своему этому самому телосу, сталкиваемся и мешаем друг другу. Да? Возвращаясь к дугиновской интерпретации Платона через Дюмезиля, получается, что если у политики есть три предмета, свинополис, накормить свиней, кшатрийский, жить к славе и достигнуть блага, логически выходит, что если ты занимаешься каким-то из верхних уровней, ты автоматически укладываешь и решаешь нижний уровень. Например, если целью твоей политики, вот все три политические теории модерна, и либерализм, и марксизм, и фашизм занимаются первым вот этим нижним уровнем, свинополиса. Они говорят, дайте мне, я вас накормлю лучше, я лучше. Да, ты никогда не достигаешь его, потому что свиней невозможно накормить. Да? Свинья на то и свинья, что чем больше ты ее кормишь, тем больше она хочет. В принципе, архетипический имидж современного западного потребителя. Чем больше он зарабатывает, тем глубже он впадает в депрессию, тем чаще он пьет прозак и разные антидепрессанты, и тем больше он расстроен. Да? Оказывается, если ты занимаешься славой, то есть вторым уровнем политики, он становится почему-то для тебя целью. Например, слава там, победы в войне, как сейчас. Да? Свинополис накармливается автоматически, потому что мы перестаем быть свиньями и начинаем жить к этому более возвышенному уровню. Но оказывается, никакой славы и никакой победы в войне не достичь, в конце концов, если не достичь третьего, самого верхнего уровня. То есть благо, то есть построить такое общество, где ничего на своем месте. Тогда и войну выиграешь, и свиней накормишь, потому что они перестают быть свиньями. Мы перестаем быть свиньями. Да? Вот возвращаясь к вашему вопросу, если я не очень
сумбурно рассказываю, я бы сказал так, что целью моего мыслительного процесса является вернуть вертикальное измерение в дискурс о политике, что немыслимо, потому что на том языке, на котором нам с вами разрешено разговаривать, это табу. Я не могу сказать, вот даже в такой презентации, что, на мой взгляд, целью любого государства и любой цивилизации является создать оптимальные условия для того, чтобы как можно большее количество душ спасалось к вечности в этой временной земной жизни. Да? И вот как только я об этом заговорю, тот лингва франка, на котором нам с вами разрешено разговаривать, просто сразу означает, что меня перестанут слушать. Да? И поэтому мы выносим за скобки, подразумеваем вот эту самую важную часть и говорим, вот наша цель. Потому что материя плодится или умножается, если дух это позволяет. Это материалисты этого не понимают и говорят, что сначала разбогатеем, потом книжки начнем читать. Нет, так не происходит. Потом думать начнем. Практика показывает, что нет. Чем больше будешь жрать, богатеть, и, значит, это самое, тем меньше будешь хотеть думать. Да? И это очень сложно. Я сейчас буксую, потому что, простите за жаргонное выражение, потому что мне очень трудно подбирать адекватные слова. Поэтому, понимая, что презентацию и рекомендации невозможно облечь в ту самую реальную форму, я считаю, что и Грузия, и Россия, и любая страна, которая хочет блага, да, должна построить такую форму государственную, чтобы ее народ спасался для вечности и не попадал в ту систему ада, в которую он сам верит. Да? И мы просто выносим это за скобки, может быть, это такая, знаете, детская хитрость, да, и кладем на стол ту версию дискурса, которая... Абсолютно вас понимаю. Начав произносить речь такого рода на площади, очень скоро останешься на этой площади один, люди разойдутся. Получишь то же самое, что Заратустра получил при первой встрече с людьми, да, Несколько, да, люблю Ницше. Несколько ремарок к тому, что вы сказали. Насчет Александра Гелича. Значит, «Пути Господни неисповедимы». Павел Александрович Щелин, о котором я вам говорил, частенько его критикует, но прежде всего за избыточный, по мнению Павла, гностицизм. Но в последнее время градус этой критики уменьшился, и я с удовлетворением это отмечаю. Может быть, мы с вами как-нибудь сведем этих двух замечательных людей в одном эфире с вашей помощью, но я поговорю со Щелином. Я думаю, что это для аудитории будет очень интересно. А я буду просто сидеть и записывать. Я тоже с тем же буду заниматься. Вот, что касается сути, можно я для зрителей немножечко подытожу, а вы там в знак одобрения кивнете головой или наоборот меня поправите. Мне кажется, когда я говорил о том, что мы не вполне вылезли из модерна, не только нашу страну я имел в виду, вот сейчас я передумал ответ на ваш вопрос, наверное, и весь мир в целом, потому что Бог по-прежнему вынесен за скобки во всех цивилизациях. Ну, формально это все присутствует, люди ходят, посещают храмы, но на ментальном уровне он вынесен за скобки, так же, как и понятие блага. Друзья, прервемся на 2-3 минутки для полезной информации. Есть такое расхожее выражение «все болезни от нервов», которое большинство из нас воспринимает или не всерьез, или даже с юмором. Когда речь идет о здоровье, шутки в сторону. По оценкам представителей психосоматической медицины, в 21 веке около половины заболеваний имеют психогенный характер. Психические факторы не только провоцируют некоторые заболевания, но также имеют влияние на протекание множества болезней. Как известно, жизнь человека базируется на трех китах. Работа, жилье и здоровье. Поэтому есть смысл укрепить одну из трех опор – физическое здоровье, ведь от него
зависит и карьерный трек, и личные отношения, и качество самой нашей жизни. Поэтому я рекомендую вам пройти курс Московского института психологии «Психосоматика». И в случае, если вы хотите сменить вашу нынешнюю работу, и просто для того, чтобы профилактировать себя и ваших близких. Московский институт психологии, или коротко МИП, это правильное место, чтобы получить новые знания. Он входит в пятерку лучших институтов по направлению психология. За 15 лет работы на рынке образования обучили более 4000 специалистов, потребность в которых, кстати, растет год от года, да, оно и понятно почему. Обучение в МИП полностью дистанционное, эта программа длится 9 месяцев, можно самостоятельно выбирать скорость и график обучения. Вы получите глубокие теоретические знания по психологии, а также 200 часов практики, чтобы закрепить знания на деле. Будут разборы реальных клинических ситуаций и демонстрационные сессии, тестирование и работа над ошибками после каждой дисциплины. Будет обратная связь от преподавателей, практикующих психологов, а еще на всех этапах вас будет сопровождать куратор. По окончании обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке, который котируется как в России, так и за рубежом. В результате обучения вы овладеете базой по психосоматике и телесной психотерапии и научитесь применять ее на практике. Будете понимать невербальные сигналы тела и сможете диагностировать причины психосоматических заболеваний. Сейчас в Институте психологии действует скидка 30% как на эту, так и на другие программы обучения. А по промокоду большими русскими буквами БОБЫЛЕВ вы получите дополнительную скидку в 10%. Оставляйте заявку по ссылке в описании, чтобы получить ответы на все ваши вопросы. Друзья, лично вам рекомендую курс «Психосоматика». Уверен, что прослушав его, вы поможете и себе, и очень многим людям. Успехов вам! Поэтому да. Я считаю, что мы не выбрались. Да, мы живем. Да, что такое модерн? Хрестоматийное определение модерна – это антропоцентрическое общество. То есть не теоцентрическое. Живем без Бога, да. Он про нас забыл. Сами как можем устраивать. Строим эти вавилонские башни. Да, да, Бог да. Умер, как говорил тот же Ницше, да? Или мы его убили, да? Поэтому, вспоминая того же самого Ницше, как он там говорил, государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ, холодно лжет оно, и лошадь змеится из уст его. Я государство, ну, да. Есть народ. Ну, да. Перепев Томаса Гоббса, его концепции о Левиафане, у Ницше, скажем так. Да. Ницше тут, безусловно, да, как интерпретирует Гоббса. Но, значит, дальше еще более скользкий вопрос. Давайте. Национальная идея. Вот я со своим ограниченным кругозором, мне известно, может быть, я там не все охватываю, даже, скорее всего, два типа национальных идей. Первый тип сводится, в общем-то, ну, они разные по форме, но их всех можно объединить условно в группу идей национального превосходства. Как в Древнем Риме боги судили править нам народы. А почему вы так считаете, спрашивая окрестный от Рима народ? А потому что мы вам сейчас направим парочку легионов и подробно объясним вам, что это так. И у вас никаких сомнений не останется, что действительно, значит, вы, конечно, не присутствовали при этом нашем разговоре с богами, но мы вам силой докажем, что этот разговор был, и что нам дана генеральная лицензия на управление. Это не очень хорошая идея, это войны и огромное количество крови, пролитое в мировой истории, в общем-то, ну так, если вдуматься, было вызвано именно идеями национального превосходства в тех или иных странах. Вторая группа идей национальных – это идеология. Коммунистическая, например, общеизвестна, ну и там, и все прочее. Вот вашу национальную идею вы бы как классифицировали? Каким-то третьим образом? Или вот можете пояснить? Да, с удовольствием, Александр Георгиевич, вы не перестаете меня радовать тем, что осложняете все больше и больше нашу беседу, и милости просим. Здесь тоже хитрость. Конечно, более правильным было бы назвать мой доклад и нашу беседу
не национальная идея России, потому что сама нация, барбаризм, концепт модерна, нечто нам с вами совершенно чуждое, а, например, цивилизационная идея или, например, народная идея России. Вот тогда было бы легче. Да? Это первое. Второе. Вот три политические теории модерна, о которых много пишет, думает и говорит тот же Александр Гелевич Дугин, хронологизируются следующим образом. То есть при возникновении модерна первым делом при вытеснении Бога из центра общества, его замене на человека, первым возникает самая древняя версия, самая старая версия политических теорий модерна – это либерализм. Основывается она на совершенно искусственно придуманном концепте Рене Декарта «индивид». «Индивид» по латыни – это неделимый. «Индивидуум» – это неделимый. По-гречески то же слово значит «атомос» – неделимый. А это отрицание, томос – это разрезать. Да? И все строится вокруг этого самого несчастного индивида. Либерализм. Первая политическая теория. То есть субъект первой политической теории – индивидуализм. Потом в человечестве, отпавшее от Бога, уже, я думаю, в конце 17-18 веке возникает некий протест, что что-то не так. И начинаются попытки обратно собрать вот эту атомизированную, индивидуализированную философию через некие формы соборности или коллективности. Я бы назвал их коллективность уже без Бога. Да? И появляются две в противовес, значит, индивидуализму или либерализму политические теории. Первое – это марксизм, где тоже искусственный субъект, класс, да, и соборность без Бога, класс, пролетарии против владельцев средств производства и так далее. То есть я бы сказал, что марксизм – это совершенно естественный, вот как протестантизм – это естественный протест против отпадения католицизма от истины, да простят меня мои друзья-католики, точно так же марксизм – справедливый протест против греховности и уродства индивидуализма и либерализма. Да? Вторая политическая теория, у которой субъект – класс. И на это, на все, значит, мега-протест, протест против протестантизма, скажем так, национал-социализм или фашизм или нацизм, который в свой центр ставит то, о чем вы говорили, расу или нацию, тоже искусственный концепт, да? Да, абсолютно. И говорит, мы вам покажем, да? То есть две, вторая и третья политические теории модерна – это две реакции на индивидуализм. Но безуспешные, потому что без Бога никакой соборности быть не может. Как говорил в своей фантастической метафоре великий святой православия Ава Дорофей, в центре теоцентрического общества Бог, а мы расположены, как падшие души, на кругу. То есть в центре радиуса или диаметра Бог, а все люди расположены в кругу, вокруг Бога. Да? И если я делаю шаг по направлению к Богу через жертвенность, через смирение, через терпение скорбей, через любовь, я делаю шаг по направлению к Богу, если другой человек с этого самого радиуса делает то же самое и делает шаг по направлению к Богу, да, получается, что мы вступаем на круг меньшего диаметра или меньшего радиуса и сближаемся друг с другом тоже. Но без Бога никакого радиуса, никакого, значит, сближения или соборности без людей быть не может. Я пытался это осмыслить
в своей работе, которая, по-моему, на русском я еще не публиковал, она есть на грузинском и на английском, называется «Три всадника апокалипсиса и первый взгляд в сторону четвертого», где я говорю, что по идее четвертая политическая теория модерна будет тирания. Я обосновываю почему. То есть если субъекты первых трех – это индивид, класс и нация, я пытаюсь предложить логику, почему четвертый всадник апокалипсиса будет обязательно тирания, то есть его субъект будет тирания. Да? И, кстати, тот же Александр Гелевич, столь элегантно и бесподобно описывающий этот процесс, в своей фундаментальной работе «Четвертая политическая теория» предлагает свою версию субъекта четвертой политической теории. Как вам, наверное, известно, он выбирает хайдеггеровский дизайн как этот самый субъект. Ну, я этим очень увлекся и заинтересовался, потому что мне показалось, что мне как неучу это очень сложно осилить. Я прочитал все, что можно было, и выслушал все, что можно было, в том числе и у Дугина про Хайдеггера. И потом было дело несколько лет назад, вернулся к нему и сказал: Александр Гелевич, отдайте нам, простым людям, какую-нибудь фастфуд-версию дизайна, потому что ее очень трудно осмыслить, потому что дизайн, как слово, изобрел Хайдеггер в немецком Но он это изобрел построение. много философских категорий, Да. там не только дизайн. Да, на что Александр Гелевич справедливо мне ответил, кстати, с присущим ему юмором, что, а вы, говорит, не находите, что то, что вам кажется, что вы понимаете автоматом и легко индивид, класс и нация, тоже в свое время было таким же, говорит, новшеством. И здесь он, конечно, абсолютно прав, потому что это все искусственные концепты. Да? Но, тем не менее, мы с тех пор начали беседовать с ним. Ну, кто я такой, как ленивый поэт, для того, чтобы с Дугиным беседовать о философии. Но, тем не менее, у меня была и есть такая возможность. И я предложил свою какую-то корявую вот такую версию, что я считаю, что субъектом четвертой политической теории, не тем, которые бесы будут нам предлагать в виде тирании, а нашим, да, традиционалистским, должна стать семья. Отсюда вот эта самая конституция, о которой я вам рассказывал, да. Ну, а Александр Гелевич сказал, что народ, тогда я его спросил, а чем это отличается от третьей политической теории, да. И после этого он предложил очень интересную интерпретацию Гегеля, которая была недавно представлена в нашей беседе. Может быть, рано или поздно мы это тоже опубликуем. Заканчивая, я скажу так, что в многополярном мире, то есть мы прожили, вот мы с вами, Александр Георгиевич, примерно одного возраста, мы с вами прожили две жизни, советскую и постсоветскую, то есть двухполярную и однополярную, то есть до этого, значит, либерализм и марксизм, взявшись за руки, убили нацизм, да, и слава богу, что убили нацизм. Потом либерализм победил коммунизм. То есть демонтаж политических теорий произошел в обратной хронологии. Ввод произошел вот так: либерализм, коммунизм, фашизм, а демонтаж наоборот. Сначала фашизм, потом коммунизм. И остался либерализм, который сказал, что я красавец по Фукуяме, да, история кончилась, я здесь навсегда. Но сейчас мы наблюдаем некий ренессанс левых идей. Пожалуйста, не только и фашизма Журнал тоже. «Шпигель» первый за этот год, Пожалуйста, и после Карла национализма Маркса. тоже, и в Китае он никуда не уходил, да. Но мы сейчас, ну, все геополитики Извините, я вас сходят. перебил, ради бога, извините. Да, не. Все геополитики сходятся в одном, что game over, Фукуяма ошибся, он, кстати, сам это признал. И то, что мы считали перпетуум мобиле или некой перманентой, да, что вот демократии не воюют, мы не доевропейцы, не доамериканцы, но мы сейчас реформы проведем, и все станем такими же, как они, это закончилось. И в геополитическом анализе это называется однополярным моментумом. То есть вот эти 27-31 год
сейчас в геополитическом анализе воспринимается как временное, и все сходятся на том, что ныне возникает многополярный мир. Кстати, фундаментальная работа Александра Гелевича «Теория многополярности». Да? Вот в этой самой многополярности, не мне сейчас предсказывать, как это все пройдет, но как геофизик по первому образованию и тем паче как сейсмолог, скажу, что я смотрю на это как на тектонический процесс возникновения систем гор, да, из магмы, который очень опасен, чреват землетрясениями, извержениями вулканов, серы и так далее, да, гибелью. 21 век, к сожалению, на мой взгляд, будет гораздо более воинственным и кровавым, чем даже 20 век. У меня нет никаких сомнений. Согласен. И возникнет, ну, по разным оценкам, от 7 до 10 этих самых полюсов. В мире сейчас 5000 наций и всего лишь 193 государства. Ну, смотря как считать. Мы, грузины, никогда не считали и не будем считать наших любимых осетин и Апшуа отдельными государствами. Кто-то этого так считает. Я сейчас не об этом, да? По классификации ООН, по-моему, их 193. Но все понимают, что это не центры силы, и эти государства будут кучковаться или амалгамироваться, или консолидироваться на так называемые цивилизационные кластеры, которые будут торговать, воевать друг с другом. Да? Вот Россия, Евразия, безусловно, один из таких кластеров. Это вот все понимают сейчас, да. И в процессе этого возникновения, чем эти кластеры будут между собой отличаться? Вот я думаю, что тем самым. То есть у какого-то из них в ядре будет одна из трех политических теорий модерна, например, англосаксонский мир сейчас скукожится, ослабеет, но будет одним из таких, знаете, молодцов, он, я думаю, останется индивидуалистичным, либеральным, да? А некоторые будут либо симбиозом, синтезом этих трех, либо ярко выраженным противовесом. Например, ну, Китай, классический пример красной или марксистской идеологии, да? С какими-то... Азиатского посола, да. Да, как, да. А вот тем, кому очень повезет, я очень надеюсь, что Россия, Евразия будет именно этим, сможет быть носителем четвертой политической идеи. Не бесовской, а традиционалистской. Да? И внутри этого, да, я считаю, что то, о чем мы с вами говорили, ну, самое то. Можно личный вопрос? Если вдруг он окажется таким некорректным, мы эту часть беседы вырежем, но мне кажется, что он будет интересен в первую очередь для грузинской аудитории, которая, возможно, это видео посмотрит. А ведь вы же начинали, насколько я знаю, с некоторого даже конфликта с Дугиным, который говорил о том, о, там, значит, о каких-то, значит, о экспансии России в Грузию. Как вам удалось урегулировать противоречия? Я вообще за любые вопросы и открытость, поэтому давайте не будем этого вырезать, и я скажу, как есть. Я вообще, к сожалению, для целого ряда моих соотечественников предатель, хотя бы потому, что говорю сейчас с вами на русском языке. И это такая грустная реальность того наследства, которое мы с вами получили после 90-х. Я никого не осуждаю, но в Грузии, вот в следующий раз, когда вы к нам приедете, приезжайте, мы любим очень гостей. Вспомните, пожалуйста, что когда вы идете по улице, каждый седьмой выгнан из дому из Абхазии и Цхинвали только потому, что он грузин. Так вот, с Александром Гелевичем я действительно, конфликта у меня с Александром Гелевичем не было, но я пошел с ним драться, спорить. Когда я увидел его заявление о Грузии, ну не о Грузии, а о режиме Саакашвили, скажем так, да, как русского патриота, я попросил моих друзей, я говорю, познакомьте этого человека со мной. И я пришел на драку.
Ну, интеллектуальную, какую угодно. Я как старый регбист, готов ко всему. И увидел брата, мыслящего духовного русского человека, который в первой же беседе стал моим другом. И с тех пор ничего, кроме обоюдного вклада в примирение России и Грузии, мы не делали. То есть я считаю, как воин, регбист, я не знаю, потомок грузинского воинства и духовенства, я считаю не мужским поступком в Грузии ругать Россию или в России ругать Грузию, да? Как бы одиноко я себя не чувствовал. Я прошел эти адские годы, слава богу, сейчас полегче, да? И я бесконечно благодарен Александру Гелевичу, потому что он сразу сделал шаг навстречу. И это тоже очень примечательно, потому что, знаете, я много лет жил в Москве, и оказалось, что парадоксальная вещь, я как хмурый, неисправимый такой грузинский патриот, оказывается, больше всего могу дружить с такими же хмурыми, неисправимыми русскими патриотами. Потому что мы с полуслова понимаем друг друга, да, и нам нечего делить, нам есть чем делиться, да. И, конечно, я понимал, что меня за это опять будут распинать на родине. Кстати, сейчас уже вот сколько лет прошло, это первая встреча была почти 10 лет назад, и с тех пор сколько лет прошло, и все равно, когда хотят в очередной раз нанести вред столь хрупким русско-грузинским отношениям, вынут и начнут крутить какие-то старые видео, вместо того, чтобы посмотреть на тот прогресс, который мы прошли. Кстати, в конце скажу, что я абсолютно уверен, что наш с вами неестественный конфликт, зародившийся в конце 80-х, начале 90-х, безусловно, был очень умело подан внутри Грузии антигрузинскими силами, внутри России антироссийскими силами. И мы, дураки, с обоих сторон, конечно, повелись на это. Но у меня нет никаких сомнений, что вот эта асимметрия и вот это искажение реальности внутри наших обществ было делом рук очень целенаправленной кампании, для которой надо было посеять вражду между православными и братскими народами. То, что вы сказали, спасибо вам за это, во-первых, спасибо за откровенность. И сказанное вами подтверждает концепт моего канала: всегда говорить людям с разными убеждениями, находить точки соприкосновения. Друзья, и, кстати, еще одна личная ремарка. На канале регбистов прибавилось. Вы же знаете, я тоже играл в регби за команду мои, тоже выплюнул три зуба на газон. Прекрасно. Так что мы, ну, может быть, пообщаемся об этом отдельно. Ну, кстати, вот сейчас будет финал чемпионата Европы. Я буду в Москве 17 марта. Грузия-Португалия во Франции будут играть. У нас зуб на португальцев, потому что они осмелились с нами в ничью сыграть на чемпионате мира. Поэтому будем мстить. Поэтому Лучше я... отомстить All Blacks. Я вот на чемпионате Доживем, Португалии. доживем когда-нибудь. Яркий был матч, я его иногда пересматриваю. Да, это была великая игра. Зеландцы были быстрее, грузины были достойны победы, но они просто были быстрее там в Ксанам. Зеландцы, конечно, красавцы, лучшая команда в мире вместе с ЮАР. Это такой был психологический отпуск для наших зрителей. Продолжаем нагнетать. По сути, предпоследний вопрос. Я и так вас сильно отрываю от текущих дел. Значит, он прям совсем такой неудобный. Вот чтобы реализовать ваше видение и целиком, и в каких-то деталях, мы уже говорили, что условный Хуснуллин должен схватиться за сердце, да? От идеи моратория на многоэтажное строительство. Как преодолеть сопротивление бюрократии
и групп влияния. Имею в виду, что бюрократия, вот знаете, это какой-то такой набивший оскомину термин, а между тем, для зрителей буквально пару фраз скажу, это такая разновидность власти, которая идет из того же Рима, она по римской классификации называлась потестас, то есть власть чиновника, бумажки. И в эпоху модерна эта сила превратилась в никем не контролируемую, давлеющую над своими народами и обществом силу. Имя им легион, откуда они взялись, непонятно. В частности, вот один из негативных аспектов рождаемости, о чем мы сегодня говорили, это именно бюрократия, потому что вот этот патер фамилиас, мой сегодняшний уважаемый гость, типичный римский отец семейства. Вот римская семья, 8 детей. Это был легионер, это был землевладелец, и семья за ним себя чувствовала как за каменной стеной. А вот эти потестас, они современного отца семейства по сути кастрировали. Потому что, чтобы построить маленький домик, в городе размножаться нельзя, нужно 1000 справок, значит, решать проблемы с коммуникациями там и так далее. Поэтому этот вопрос очень серьезный и содержательный. Мне кажется, Леван Шевич, что задуманное вами лежит через пламя гражданской войны. Она идет. То есть здесь два вектора. Ну, во-первых, скажем, что без этого ничего не будет. То есть без этого разворота в сторону народной политики по размножению народа населения России, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, как быстро Россия вымрет, не приведи Господь. Поэтому это экзистенциальный вопрос. Но здесь разлом глубже, чем просто гражданская война на уровне какого-то народа, пусть даже исторически разделенного, да. Это еще и разлом, идущий в христианской цивилизации с времен Великой Схизмы с 1054 года, которую мы до сих пор не можем осмыслить, потому что вроде все же началось с масюсенького зазора в символе веры. Мы, православные, говорим, что Дух Святой исходит от Отца, а католики стали говорить, что Дух Святой исходит от Отца и от Сына. И вроде бы вот различие в микрон, откуда такая разница? Потому что все потом, и примат Папы, и индульгенция, и все это потом, а зазор вот здесь возник. Да? И просто этот разлом привел где-то, эта разница произошла, эта граница прошла между народами. А где-то она прошла по телу народа. Вот я был, когда в сербском монастыре в Хиландаре, я очень люблю этот монастырь, потому что там часто монахи бывшие воины, сербы. И мне один послушник, монах, показывал библиотеку, там хранится великое множество древних грузинских рукописей. И он мне рассказывал, как возникла хорватская нация во время этого самого разлома. Потому что, когда первые крестоносцы пошли освобождать Иерусалим, на деле грабить Константинополь, они же год жили там, где Хорватия сейчас. Да? И там просто страшные летописи заставления православных становиться католиками. Да? Когда, например, сербов снимали кожу, чтобы и клали на плоты, и спускали по Дунаю, чтобы они в этой же жизни чувствовали дуновение ада. Да? И мы, говорит, тех, кто сгорбился или поклонился, назвали, говорит, горбаты. Вот расскажешь это хорватскому другу, он же обидится. А это этимология возникновения хорватской нации. Да? И этот разлом, он замалчивается нами, христианами, но он гигантский между западным и восточным христианством. Да? И поэтому у этой войны два измерения. Гражданская война. Я, кстати, в самые первые дни или недели
этой трагедии написал письмо на русском языке, которое, кстати, Дугин решил, что надо публиковать. Называется, если кому будет интересно, называется «Война россов». «Война россов» так и называется, она в интернете лежит. И я там говорил, что если для англосаксов война – это cost, expenses, то есть расходы, да, для русской цивилизации она мать родная. Так что да, вы правы, Александр Георгиевич. Один, к сожалению, видимо, необходимый метод или стихия для того, чтобы произошло о том, о чем мы здесь говорили, к сожалению, это война, и, видит Бог, никто ее не хочет. Да? Я изначально, извините, вопрос сформулировал более дипломатично. Какие вы предполагаете механизмы для проведения в жизни? Да, и вы предполагаете. И намеренно просто заострил, чтобы... Но, может быть, да, я с вами я, к сожалению, с вами согласен. И атеисту, обывателю, либералу, материалисту этого не объяснить, потому что там идеал бытия – это вкусно пожрать, удовлетворить все самые низменные физиологические эти самые, и через это прийти к счастью, да. И этого нам никогда не объяснить там националисту, да. Но есть вторая составляющая, еще более сложная для выговаривания, я не буду даже пытаться ее сдюжить, да. Я скажу просто, это молитвенная составляющая, духовная. Вот величайший путешественник всех времен, Федор Конюхов, отец Федор Конюхов, вошедший во все книги рекордов, благодаря его геройству, как-то его спросили, что есть самое сложное, что вы когда-либо делали, говорит. И я это слушал, я аж замер, потому что мне было интересно, у кого как не его спрашивать. И он сказал молитва, говорит. Самое сложное, что я когда-либо делал, это идет от человека, который в Марианскую впадину спускался, на шаре землю облетал, на верблюде Сахару пересекал и на лодке все океаны пересек, и нигде не погиб, да? И вдруг он говорит, то есть он видел сложности, которые нам с вами не снились с точки зрения деяния. И вдруг он говорит, самое сложное, что я когда-либо делал, это молитва, говорит, да. И я был просто пронзен его ответом, потому что, ну, во-первых, полностью согласен, да. И если, как бы мне сказать, чтобы окончательно не прослыть у вашей аудитории чудаком, да, вот если мы будем должным образом молиться, да, тогда все возможно. А если нет, тогда мы погибнем. Потому что смерть налицо, некроз налицо, истребление налицо. А можно, с вашего позволения, если я где-то ошибусь, вы меня поправите, я дам более светскую интерпретацию того, что вы сказали. Прошу вас. У нас православие в России, ну, некоторым образом, скажу об этом прямо и без купюр, дискредитировано, да? Некоторым образом, к сожалению, не как вероучение, а как институт. Как институт. Вот. Поэтому, когда, ну, скажем так, невоцерковленные люди слышат о Боге, о молитве, у них возникает какое-то чувство такого внутреннего дискомфорта. Но вместе с тем, вы знаете, среди даже невоцерковленных людей, я, ну, по крайней мере, может быть, в кругу моего общения, я вижу мало атеистов. То есть все знают о том, что, ну, условно говоря, вот это вот, знаете, из детства, наши детские представления о Боге, как о любящем, добром отце, значит, в современных философских и мировоззренческих интерпретациях сводятся к некому такому мировому разуму, который породил это мироздание, который управляет, который заложил абсолютно во все, значит, какие-то смыслы, которые мы называем высшими. И правильное направление для движения – это искать эти смыслы через внутренний диалог, честный. С Богом может разговаривать любой, как говорят многие отцы церкви. И он говорит с нами тоже, но только мы не слышим.
мы поглощены вот этим потреблятством, простите меня за это слово, вот этим материальным там. И, в общем-то, если заменить слово «Бог» в наших рассуждениях на какую-то там, на какие-то высшие цивилизационные смыслы, то, может быть, это ваше выступление будет понятно для большей части людей. Вот, если согласитесь с такой. Не, безусловно, и кто я, чтобы кого-то к чему-то призывать, никогда в жизни мне не удавалось на этом поприще ничего достичь. Вот если хочешь там русскому человеку или грузину перекрыть последний шанс обратиться к Богу, призови его обратиться к Богу, и он назло просто не будет этого делать, да. И я, мой опыт здесь скудный, бедный и неофитский. Я в храм хожу всего лишь последние 20 лет, хотя я родился, вырос с уважением к нашей традиции, да. Но мы должны понимать, что мы были смертельным образом атакованы и кастрированы и либерализмом, начиная с 19 века. Материализмом, если можно. Да, да. И нас очень жалко. И не приведи Господь мне сейчас думать, что я впереди кого-то в чем-то или кого-то в чем-то назидать. Но Блез бы Паскаль со своей гениальной математической точностью нам просто доказал, что атеистов не существует. Особенно на падающем самолете. Я, кстати, падал как-то раз на горящем самолете. Я вас уверяю, там не бывает, значит, атеистов в такой ситуации. Да? Поэтому у каждого свой путь и у каждого народа свой путь. Мы просто, если соглашаемся хоть в том, хотя бы в том, что мы патриоты, мы люди, любящие нашей родины, да, я люблю свою родину, кстати, вашу родину тоже очень люблю, да. И эти чувства, да, у народа взаимны, я полагаю. Извините. Да, так и есть. Я часто говорю, что это мистика, что у грузин среди стольких братских кавказских народов, которые мы тоже любим, нет такой родной души, как вы, и у вас среди славян. Так и как мы, это мистика, это надо как-нибудь обсудить за бутылкой саперавы или русской водки. Да. Но почему это так? У меня есть эта версия. Но я сейчас о другом. Я о том, что если мы патриоты, вот в этом-то мы согласны, что мы любим свою родину, да? Ну, тогда невозможно не интересоваться историей своей страны. А если ты интересуешься, ну видно же, слушай, как тебя насильственно отчленяли, отщепляли и отрывали от той корней, той народ, как его вырезали, как его... Ну, всеми силами старались дезориентировать и насадить тот самый скепсис, ту самую холодность и циничность по отношению к своей собственной церкви. Да? Ну, там, ну, сколько можно там говорить о каких-то часах, которые наручных, которые на руках у священнослужителей. Нет, нет, я имел в виду не это, Леван Шович, я имел в виду о том, что церковь по нарушению, в общем-то, своих уставов, она слишком сближается с государством. Вот это... здесь, опять вы меня опередили, вот здесь очень важно нам узреть фундаментальный аспект нашей с вами общей христианской истории. Когда христиане побеждают Рим, это происходит через жертвенность, да, их бросают к львам, их колесуют, их распинают, и распинатели, и колесующие становятся христианами, потому что им просто они поражены, а им интересно, что это за вера такая, за которую простые женщины, дети способны так пострадать. И когда это входит в пик во Второй Римской империи, да, или в Первой Римской империи, да, Тертуллиан им говорит, что нас теперь так много, говорит, что вот вы хотите, чтобы нас не было, но если бы мы, говорит, покинули города Римской империи, ими овладела бы, говорит, тишина, вы не знаете, что вы сами сделали, говорит. И когда Рим падает,
и возрождается, да? То есть он падает из-за своего язычества и принимает христианство как имперскую религию, да? Там происходит вот то самое событие, о котором я хочу нам всем напомнить. Часть христиан говорит: мы погибли, потому что христианство стало государственной религией. Наша церковь сейчас растется с церковью, с властью и потеряет свою, значит, нравственность. Поэтому, слово «власть» более точно, церковь, да, слишком сильно. Поэтому, братцы, обратно в катакомбы. И приблизительно половина поколения первых христиан, доживших до того момента в третьем веке, уходит, в четвертом, уходит, значит, обратно в катакомбы, в пустыни, и возникает старческая, антиохийская, отшельническая версия христианства. А часть остается внутри, назовем так, городов, да, и имперская, византийская дальше версия христианства. И те, и другие в евхаристической связи признают важность друг друга. Ну, кстати, вот Грузия, хрестоматийный пример именно старческой и монашеской версии христианства. Вы же империя. Куда вы денетесь без имперской версии христианства, без византийской? Одна и другая нужны друг другу. Вот, кстати, в моей работе и в монографии, и в видео «Второй Иерусалим» и «Третий Рим» я об этом и говорю, как мы нужны друг другу. Это не значит, что у нас нету воинства или у вас нету монашества. Для меня Серафим Саровский, Сергий Радонежский такие же авторитеты, как отец Гавриил Ургебадзе или Григол Ханстели, да? Но невозможно отрицать наличие или нужду катехоне в империи, удерживающей мир от прихода Антихриста, да? И хочешь, не хочешь, если ты как русский сын твоего народа, ты должен понимать, что вот в этих двух моделях, это не взаимоисключающие или оппозитные модели, антиохийская и византийская модели церкви, ну, собака, надо быть очень глупым человеком, чтобы не понимать, что нужна и та, и другая. Не то, чтобы я вот тут такой адвокат русской церкви или любой другой церкви, мы ее защищаем, а она нас. Но вот эти примитивные какие-то ядовитые стрелы, которые всажены в нас модерном. Я как-то помню, лечу в Новую Зеландию на чемпионат мира через перекладных, да, сколько там самолетов мы поминали. И со мной священнослужитель, которому грузинская православная церковь поручила отвечать в том числе и за грузин, живущих в Австралии и в Новой Зеландии. И я ему сказал: владыко, когда еще у нас с вами будет возможность проведать вашу паству там, поехали, и вы с ними встретитесь. Он с радостью согласился, и мы летим. Заходим в самолет и садимся в этот самый, на наши места. Я, как деловой человек, купил два билета за свой счет. Владыка и себе. Садимся. А мимо проходят два серба. Ну, таких не традиционных серба, а либерализированных серба. И один другому говорит: я сербского не знаю, но русский знаю, я понял, о чем они говорят. А один другому говорит: вот смотри, говорит, поп сидит, а он говорит, за нас с тобой счет летит. Потому что у человека в мозге, он завидует, что человек в бизнес-классе сидит, или в первом, не помню сейчас, в каком классе. Ему сразу в глаза бросается, а это не вина этого священнослужителя, что он сидит в этом кресле, потому что хтитор или жертвователь, да, в данном случае пожертвовал ему денег на его билет. Да, а ему, как простому обывателю, это сразу режет глаз. И он сразу впадает в грех осуждения. И этого святого, чистейшего человека, скромного, сидящего, осуждает за то, что он вот в этом кресле сидит. Ну, я не стал сербу объяснять, как он сильно ошибается, просто пропустил. Он пошел, сел, уверенный в своей правоте. И мы интоксицированы этими клише. Кстати, последнее из этой сферы. Спор о том, какая должна быть церковь, нищая, святая, неимущая или сильная, помогающая бедным, извечен.
спор между доминиканским и францисканским орденами внутри католицизма про это. Франциск Ассизский, снявший, будучи потомком, значит, знати, снявший последнюю одежду и ставший неимущим монахом, основатель францисканского ордена, и доминиканец, псы Господа, да, доминиканец – это псы Господа, которые вообще про другое, про структурное, простите, про структурное, финансовое благосостояние церкви, с тем, чтобы бороться за зло в мире и помогать как можно большему количеству бедных. Да? В исламе этот спор в какой-то степени... Ну, в православии степени... Нил Сорский, Иосиф Волоцкий. Пожалуйста, прекрасно. Да? В иудаизме. Поэтому, ну, давайте не будем столь просты в наших суждениях о церкви. Вот все, все, о чем бы я просил нас. Абсолютно принимаю поправку. Последний мой вопрос, я бы как раз хотел бы им приземлить немножечко с высот духа на грешную землю. Давайте. И на этом закончим нашу сегодняшнюю беседу. В мире ведь есть несколько проектов, они известные, центров силы, таких макрорегионов. Кстати, у Павла Щелина с Алексеем Арестовичем есть великолепный эфир о геополитических трендах. И, кстати, там, вот вы, интересно, в одной детали расходитесь. Они все-таки Америке дают шанс на рост, имея в виду, что... Но при одном условии. Там все в порядке с демографией за счет притока. Там все в порядке с технологиями. Но, значит, есть проблема по Юнгу с интеграцией тени. Вот призрак гражданской войны, он же не только над нами реет, но и над многими государствами мира. И если они эту тень интегрируют, тогда они будут расти. Вот. А с какими из этих центров силы или центров притяжения можно или нужно сотрудничать на пути России по реализации представленной вами национальной идеи? Я тут буквально еще одно короткое замечание сделаю. Я вот на своем канале провожу мысль, не очень популярную среди, я так скажу, псевдопатриотов, потому что много, к сожалению, так называемого оголтелого патриотизма. Я все-таки считаю, что Россия, пусть на данный момент периферийная, но часть европейской цивилизации. Неотъемлемо. Нравится это кому-то, не нравится, друзья. Ну, хотите там, значит, вот напишите собственный источник, учебник истории, в котором вы опровергнете эту точку зрения, но мне кажется, что все-таки это так. Другой вопрос, что хотелось бы стать не периферией этой цивилизации, а ее центром притяжения таким сияющим градом на холме. Но это другой вопрос. Вот кому России обратить свои взоры, да, вот в поисках сотрудничества, партнерства, в хорошем смысле этого слова, слово «партнеры» в политическом лексиконе сейчас дискредитировано и произносится в кавычках чаще всего. Как на ваш взгляд? Ну, позволю себе не согласиться с тем, если можно, не с тем, что Россия периферия европейской цивилизации, и сказать, что, на мой взгляд, если Россия себя идентифицирует как Третий Рим, да, это значит что-то особенное. Да? Она, безусловно, имеет общие этнические или цивилизационные корни, потому что и европейская, то, что вы, наверное, имели в виду, западноевропейский логос, и Россия, представители индоевропейского семейства народов. С этим... Я в этом плане имел в виду, в географическом смысле прежде всего, не в плане культурном, ментальном. Пожалуйста, но ровно так же частью этого же семейства является индийская, например. Цивилизация тоже часть индоевропейской семьи народов. Да? У вас... В этой ветви Яфета, у Яфета два потомства, мы и вы. Для нас все ваши войны, внутренние ваши войны, грубо говоря. Есть кавказская или автохтонная маленькая ветвь, гораздо меньше. У вас 3 миллиарда индоевропейцев, 350 с лишним языков. На топ-12 языках индоевропейцев говорят 1,7 миллиардов, туда входит и русский язык. Индоевропейские языки, ну, все от армянского до португальского, да,
А мы что-то совершенно другое, как-нибудь отдельно об этом поговорим, потому что с цивилизационной точки зрения для меня главная интрига, что будет внутри семьи Иафета, потому что мне более-менее понятно, что внутри Хама, что внутри Сима происходит у семитов, да, а главная палитра развертывается внутри Иафета, да. Но, возвращаясь к вашему вопросу, Александр Георгиевич, я скажу так, что у вас, как у гигантской культуры и цивилизации, в партнерах автоматом должны выступать те центры в этом многополярном мире, которые за традицию, неважно какую. Вот если внутри африканского логоса, неважно, это культ банту или что, какая-нибудь другая версия, хотя и ислам, и христианство быстрее всего сейчас развиваются в Африке, но это часть какого-то общеафриканского логоса, который решил множиться в хамитской цивилизации. Да? Тогда, а вот те, кто антитрадиционно, вот если китайская традиция или культура традиционалистская, да, верна своим конфуцианским там, корням и так далее, тогда автоматом я вот всегда говорю, что мне любой традиционалист брат. Не только русский православный, да, но там традиционалист, совестливый, стыдливый, вежливый человек, не отрицающий, не верящий в идиотскую концепцию линейного восходящего времени, понимающий, что этого не существует, а время носит спиральный круговой характер. Да? Если человек верит в вечность, то, что называется пошлым словом загробная жизнь, да? Или простым словом загробная жизнь, он мне брат. Поэтому, если в цивилизационном аспекте Россия выбирает, не приведи Господь, развиваться в пластмассово-неоновой потребительской парадигме, тогда и братья все эти несчастные некрофилы, да. А если она решает обратиться к жизни, да, тогда все, кто за жизнь, ее братья, но не без драки. То есть здесь не надо обольщаться. В многополярном мире Джордж Орвелл каким-то удивительным наитием прекрасно все предсказал, немного в примитивном англосаксонском изводе, но роман 1984, согласитесь, просто хрестоматийное описание того, во что мы вступили. Поэтому естественным образом, Александр Георгиевич, я считаю, что любые центры, топящие за традицию, что традиция – латинское слово. Я почему его больше, чем консерватизм, люблю, потому что что-то консервировать и дрожать за то, что вот это у меня отнимут, это психология лузера. А традиция – вещь, вот вам как регбисту будет понятно, традыры – это передавать. По-русски традиция – это предание. И когда регбист бежит, ему сначала пас дают, он должен его не уронить, он должен поймать этот мяч, принять. Вот когда мы дети, нам родители что-то передают. И твоя роль как ученика, как ребенка, с вниманием, с любовью, с уважением это принимать. И как можно меньше мячиков ронять. А потом, когда ты уже повзрослел, поймал мяч, да, твоя обязанность передать его дальше по веру, да, и передать его правильно, да, и бережно. Не то специальным фасом, да, да, да. Поэтому традиционализм гораздо более интересный, интерактивный и живой процесс, чем консерватизм. И, кстати, я скажу так, что традиционалист не просто обязан передавать, но что-то еще от себя добавлять, но понимать, что вот это что-то должно быть изысканным вкусом и смыслом. Потому что то, что до него дошло, прошло через века. И любая дурь, которую он прибавит к этому, в силу своей глупости, безвкусицы, нехватки смысла, все равно отомрет еще до того, как мяч до следующего регбиста долетит. Во времени все сгорит ведь. А сохранится в традире, в традиции, да, только то, что настоящее. Поэтому не то, что ты как традиционалист обязан что-то от себя добавить, но сделать это, ну, самым что ни на есть, бережным образом, да. И поэтому я считаю, что
если вот Россия, а я очень надеюсь, что это так и есть, пойдет теперь по этому пути, то, о чем мы говорили сегодня в презентации, да, ну тогда все, кто за это, а вот все, кто отвергает, вот смотрите, в одном своем поэтическом эссе я как-то писал, что Запад – это очернение прошлого и восхищение будущим, а Восток – это очернение будущего и восхищение прошлым, да? Это такие антиподы. И если ты как традиционалист понимаешь, что твои предки были лучше тебя, ну ты не можешь не дружить и не уважать те цивилизации, исламскую, китайскую, какую угодно, которые верны своей традиции. Вот я бы так ответил на ваш вопрос. Иван Шевович, спасибо за эту беседу. Вы знаете, я как ей подведу итог, может быть, вам покажется неожиданным немножечко. Мы, когда говорили, я, честно говоря, с трудом сдерживался от того, чтобы не уводить беседу в какие-то те направления, которые вы обозначали по ходу. Они, мне кажется, очень продуктивные. Например, теория пассионарности. Но стоило чудовищных усилий, как говорится, сидеть и держать язык за зубами. Да, Гумилев имеет это свойство очаровывать и похищать сразу. Вот как только любую его книжку открываешь, просто скажешь, Господи, вот где я был? Благословенное дитя благословенного поэтического брака, Анна Андреевна. Фантастический да. человек, согласен. Вот, мы затронули вопросы, как должно быть устроено идеальное государство, а я грешным делом тоже отдал дань. Как это сказать, если у вас нет денег на психотерапевта, вы становитесь писателем. Вот я тоже, значит, таким образом решил экономить семейный бюджет, написал много статей, одна из них «Идеальное государство», я бы с удовольствием бы с вами ее обсудил, Духин бы обсудил бы отдельно, политическую теологию отдельно, и если вы не возражаете, если вам время будет позволять, я вас приглашаю регулярно бывать на канале, мы будем все то, что сегодня затронули, может быть, как-то более подробно в интересах дела и для нашей уважаемой аудитории обсуждать, беседовать. Вот, в общем, и примите мою благодарность за то, что повторюсь в наше время. Я вас благодарю, Александр Георгиевич, и ваших зрителей. Для меня большая честь и радость с вами общаться, с вами очень легко, естественно. И всем желаю спокойного, мирного поста и светлой Пасхи. Я еще упомяну фамилию Владимира Николаевича Баглаева, который тоже проявил большой интерес вот, к вашему этому выступлению. И буду просить вас, соответственно, о тройном эфире, где он задаст свои вопросы. Это будет тоже, полагаю, не без столкновения контровых точек зрения, но тем будет интереснее зрителям послушать. И последний момент. Воспользуюсь своим служебным положением вашего ведущего сегодня и хочу передать привет спортивному регбистскому сообществу, тому комьюнити, которое вы представляете. Я во всех матчах всегда, с кем бы ни играла сборная Грузии, естественно, болею за нее, но одно замечание. Хочу сказать, что современное регби – это вечный спор, что лучше, сила или скорость. Вот мне кажется, грузинской сборной надо больше уделять внимание скорости. Это физически сильные люди. Да, благодарим вас и любим и дружим с русскими регбистами. Кстати, во время Дитуркоба, то есть великого турецкого нашествия, когда пал Константинополь в 1453 году, и нас истребили так, что осталось совсем мало. У грузинских воинов родилась традиция, когда они, входя в бой, знали, что все погибнут. И мало того, их никто не похоронит, потому что беженцы, жены и дети уже в горах. Хизанишвили – это сын беженцев, да? Наша фамилия. И они стали себе на спину вешать виноградную лозу, символизируя веру в то, что я никогда спину врагу не покажу, ну а когда погибну, мое тело оплодотворит родину, и там вырастет виноградник. И враг, думая, что оставил позади поле смерти, просто высадил в Грузии еще один виноградник. От этого у грузинских регбистов на майках, на регбийках виноградная лоза выгравирована, и все знают, что с нами играть не очень просто. И это тот самый дух, с которым мы стараемся быть на поле.
Мы за дружбу, и за диалог, и за общение. И благодарю вас сердечно за ваше время и до новых встреч. Друзья, будьте здоровы, оставайтесь с нами. Это был Ливан Васадзе.